Полицейские в Люберцах задержали мужчину, который под предлогом продажи постельного белья похитил у женщины пенсию. Злоумышленник на улице подошел к 87-летней местной жительнице и предложил купить у него постельные принадлежности. Так как денег у пожилой женщины с собой не оказалось, продавец проводил ее до квартиры и попросил принести воды. После чего похитил ее паспорт, в котором лежала пенсия, и скрылся. В результате оперативно-розыскных действий преступник найден. Его взяли под стражу. Полицейские проводят работу по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранта уголовного дела. В каких обстоятельствах вас задержали?